Ты только что утверждаешь о том, что ведомости в университете Донецкого социально-технического университета будут не закрываться до сентября месяца, правильно? Правильно. То есть ты сейчас сдашь экзамены на 2, ты можешь в сентябре пересдать. Откуда такая информация, Максим? Да это писали вчера. Где? На подслушано? Ты веришь на подслушано? Нет, это в правкоме писали. В правкоме ДонНТУ. То есть стипендия будет до сентября месяца? Да. А сентябрь включительно? По сентябрю включительно, то есть до 15, допустим, числа. Ты отвечаешь за свои слова? Отвечаю, Димон, что прочитал, что мне сказали на кафедре, на факультете Кита, это уже достоверно. Все, Максим, попрощайся со своими телезрителями. Ты хотел что-то добавить? Нет, все. Всего хорошего, Максим. Давай.